Сегодня в Красноярске наградили победителей регионального тура всероссийского конкурса «Хрустальный апельсин». Этот конкурс проводится среди работ студентов в области связи с общественностью. По итогам 2013 года победителями стали 9 проектов от Красноярского края. 13 участников представили пиар-проекты в области спорта, строительства и высоких технологий, после чего выслушали мнение членов экспертного совета. Победителям вручили ценные призы, а лучшие работы отправятся на всероссийский этап конкурса. Стоит отметить, «Хрустальный апельсин» проводится в 14 раз. Из них 3 раза студенты Красноярского края занимали первые места. Здесь много ребят, которые получают достойное образование, как выясняется, и в такой гуманитарной сфере любят свой край, несмотря на проблемы, которых у нас, к сожалению, хватает. Ну и самое главное, все-таки, знаете, Сибирь – это особый континент, это особый бренд и для России, и для мира.